Добрый день, уважаемые дамы и господа! Здравствуйте, дорогие зрители и телезрители! Мы рады приветствовать всех вас на первом телевизионном конкурсе исполнительского вокального мастерства «Голос Бурятии». Концертный зал Бурятской филармонии. 171 человек. Телевизионный конкурс вокального мастерства «Голос Бурятии» собрал всех, кто любит и умеет петь. Со всех уголков Бурятии, а также Иркутска, Читы, Тывы и Монголии. Дарима Линховоин, Чингис Ратнаев, Мадыгмадар Жиева, Елена Барахитова и Павел Карелов. Жюри «Голоса Бурятии» – это известные в республике люди и настоящие профессионалы своего дела. Неудивительно, что участники конкурса переживали, но выкладывались по полной. Ведь на кону приз – бесплатное обучение в колледже искусств «Артс Медиа» в Южной Корее. Рискнуть и пройти во второй тур. Смотри и не пропусти. Твой голос услышит вся Бурятия. Итак, уважаемые зрители, дорогие телезрители, мы готовы начать первый тур вокального конкурса «Голос Бурятии». Генеральный партнер конкурса – образовательный центр «Полиглот». Партнеры конкурса – магазин «Комфорт» и компания «Ажуртекс». Имидж ведущих – салон красоты «Упс» и фэшн-рум Игоря Сарапулова. Открывайте мир вместе с «Полиглотом». Программы по образованию за рубежом, возможность получения стипендии, языковые курсы разных уровней. Учи языки и получай стипендию. «Полиглот» 21-13-85. Удобные диваны и офисные кресла по цене завода-производителя. Магазин «Комфорт», улица Сахьяновой, 5А, ТЦ «Гвоздь», Красный зал. Телефон 61-07-68. Компания «Ажуртекс» предлагает белевой трикотаж для всей семьи. Собственное производство, натуральные материалы, огромный ассортимент. В честь праздника дарим вам скидку 70%. «Ажуртекс» с праздником белого месяца. Добрый вечер. Сранила колечко со правой руки, забила сердечко о милом дружке. Ушел он далеко, ушел по весне. Не знаю искать где, в какой стороне. У белой березки вечерней порой я жду, не дождуся родного домой. Спасибо вам. Спасибо большое, что, конечно, пришли на этот конкурс. Выглядите, конечно, тоже платье, красивую прическу. Я хочу вас поддержать и сказать, что вы проходите во второй тур с моей точки зрения. А что скажут коллеги, не знаю. Мне понравился ваш чудесный серебристый голос, как ручеек, несмотря на ваши, как бы, 17 лет. Не бойтесь, я знаю. Вот, я хотел бы сказать, что голос, он не стареет, как бы, да. Я представил вас, как вы молодая пели эту песню. Мне кажется, что у вас есть шансы, только вот во втором отделении, во втором туре я не знаю, что вам предложить, что вы будете петь. Что-то у вас еще есть в закромах? Спеть сейчас? Во втором. Мы вот думаем про следующий, как бы, тур. Ну, наверное, русскую народную. Ну, что-то у вас еще найдется. Найдется. Отлично, отлично. Я говорю, да, мне вы понравились. Ну да, если найдется, то, конечно же, да. Да, что-нибудь забойное такое, что-нибудь такое. Эх,
Эх, что вы там всем... Старину бывало к милому, краснодевица идет, а на ней сапожки дивные, глянешь, сердце так и мрет, шиты золотом сапожки русские, блестят на солнышке носочки узкие, идет красавица, плывет лебедушкой, и все любуются ее красой. Спасибо вам, спасибо. Да, спасибо большое, да. Я говорю, да. Здорово. Здорово. Конечно, вы проходите на второй тур. Готовьтесь ко второму туру. Спасибо. Не зря коленки дрожат. Поздравляю. Вера, расскажите, пожалуйста, ваши эмоции, ощущения. Ваше выступление было эмоциональным по вашему лицу. А что сказать? Я довольная. Прочитала в газете объявление, пошла, да вот они мне, они, оказывается, все довольны. Комиссия довольна. Счастливая стекла. Вы ожидали, что вы пройдете вообще во второй тур? Нет. Я обычно никогда ничего не жду, как говорится, от жизни. Как Бог пошлет, да? А, да. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Вы молодец. Я очень за вас рада. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофон в руки, можно, чтобы, да, вам было удобно. Песни падающих звезд навсегда унес ветер перемен. Солнце вспыхнет, как маяк, и покину я город серых стен. Как эхо мне в ответ летит далекий свет. Все пути ангелов — это пути к тебе. Ты на краю небес, ты на краю земли. Все пути ангелов — это пути к тебе. Знаю, что где-то есть пристань моей любви. Просто... Спасибо, спасибо, спасибо большое. Я... Мария, а... Да, сложно судить. А, сложно что-то вот... Ну... Огромное желание петь у вас, вот видно, что вот любите петь, хотите петь. Плюс к этому огромное волнение, страшное волнение, да? Дискомфорт от того, что нету фонограммы, музыки, сопровождения. Я вас хотел бы поддержать, конечно, но при всем желании вот это вот то, что вы поплыли, вот, интонация, вот потеряли тональность как-то, потом. Пытались вернуться, не смогли вернуться. Я вынужден сказать, что нет. Я тоже соглашусь, наверное, со своим коллегой. Плыли на самом деле. Интенционно было нечисто. Подготовьтесь, пожалуйста, на следующий год. Мария, я бы тоже хотел сказать про то же самое, но уже сказали. Хочется, чтобы, конечно, вот представляете, на нас какая ответственность, да? Люди перед вами, если пели плохо, то мы не можем с такими же проблемами вас пропустить. То есть это должно быть понятно всем. Если минимального нету, как бы стимула, да, то минимального, как бы вашего, как сказать, интонирования хорошего, да, это уже плохо. Я хотел бы, чтобы вы позанимались и чтобы на следующий год вы были в хорошей форме. Гораздо лучше, чем сейчас. У вас очень чудесный, красивый тембр. Это просто супер. Ритмика тоже более-менее. Но интонация, то ли без фонограммы вам неудобно, то ли что, не знаю. Но остальные люди без фонограммы тоже поют неплохо. Так что будьте готовы ко всему. Я говорю, пока нет, но на следующий год мы вас ждем. Да, но мне очень понравился тембр
твоего голоса, твой голос сильный, яркий, звонкий. И я говорю «да». Но, к сожалению, трое сказали «нет», я сказала «да». Да? Я должна согласиться с тем, что у вас голос вообще хороший. Вот вы не должны это дело, такое хорошее дело бросать, вы должны этим заниматься. А, к сожалению, видите, ну, первый тур таков, что без сопровождения. И это вас, конечно, сразу скосило. И сразу все слышно стало, что вам довольно сложно держать тональность. Да, и вот вы это сами почувствовали, нет? Да. Ну, понимаете, вот жалко, с таким прекрасным голосом и вот так по соседям нельзя. Поэтому давайте на будущий год, действительно. Потому что такой голос, как у вас, он не должен пропадать. Он не должен сидеть где-то там, где вы. Где, кстати, где вы? Учитесь, работаете. Работаю в торговом доме «Смок». А, да. Не бросайте. И не думайте, что все закончено. Пойте. Вот пойте, знаете, вот, ну, в общем, к мастерам подойдите, спросите, как это все делать. Мария, можно спросить, а в караоке вы поете? Да, ну я, честно говоря, не уверена была в этой песне. Больше люблю такие более сильные песни петь. Вот на будущее, да, конечно, подбор песни – это очень важно. Пробуйте показать сначала друзьям, кому-то из знакомых, кто более-менее разбирается, потом вам скажут со стороны, потому что самому хочется, а не всегда красиво это выходит. Да, действительно, выходя на конкурс, желательно показать друзьям, желательно записать себя. Сейчас куча возможностей на iPad, на iPhone, на телефон можно записать, посмотреть, дать друзьям. Потом только выносить песню на конкурс. Сначала через свое жюри пропустить, а потом уже выводить. И подготовьте 2-3 песни сами себе и сами будьте жюри своим. Вы не расстраивайтесь. Я не расстраиваюсь. Спасибо большое. Это я первый раз участвовала для меня. Обязательно надо участвовать. Имейте в виду. Не забрасывайте, что, да. Да, потому что у вас есть голос. Это очень редкое качество. Так что ждем вас на будущий год. Хорошо? Спасибо большое. До свидания. Спасибо вам. Мария, скажи, пожалуйста, может быть, тебя засудили? Да нет, я так не считаю. Я думаю, жюри объективно весьма и адекватное. Я думаю, что я просто выбрала неправильную песню для своего голоса, так сказать. А что тебя сподвигло прийти на наш конкурс? Я просто хотела вот попробовать себя, послушать мнение профессионального жюри. Ну, это мой первый опыт. И как мнение? Ты для себя что-то приобрела, открыла, поняла? Я не могу, не знаю, что это. Жюри тебе посоветовали, да? Не бросать это дело, а подумать, поработать над своим голосом и приходить снова, потому что сказали, что у тебя очень сильный голос. Ты так не считаешь? Я так не считаю. Ну, в любом случае, мы тебе желаем удачи. Всего тебе хорошего. Приходи еще. Генеральный партнер конкурса – образовательный центр «Полиглот». Партнеры конкурса – магазин «Комфорт» и компания «Ажуртекс». Имидж ведущих – салон красоты «Упс» и фэшн-рум Игоря Сарапулова. Открывайте мир вместе с «Полиглотом». Программы по образованию за рубежом, возможность получения стипендии, языковые курсы разных уровней. Учи языки и получай стипендию. «Полиглот» 21-13-85. Удобные диваны и офисные кресла по цене завода-производителя. Магазин «Комфорт», улица Сахьяновой, 5А, ТЦ «Гвоздь», Красный зал. Телефон 61-07-68. Компания «Ажуртекс» предлагает белевой трикотаж для всей семьи. Собственное производство, натуральные материалы, огромный ассортимент. В честь праздника дарим вам скидку 70%. «Ажуртекс» с праздником белого месяца.
Недовольно ли нам пререкаться? Не пора ли предаться любви, чем старинней наивность романса? Тем живее его соловьи, толь в рассвете судьбы, толь на склоне. Что я знаю про век и про дни? Отвори мне калитку в былое, и былым мое сердце продли. Отражен или сторгнут роялем свет луны, это тайна для нас, но поющий всегда творяет все, что было сокрыто от нас. Блик рассвета касается лика. Мне спасительны песни твои. И куда б не вела та калитка, погоди, не спеши отворить. Спасибо, спасибо. Скажите, а вы учились музыке? Нет. Вы сами? Сама. Чудесное интонирование вообще. Я вот прямо слышу гармонии, слышу, вот вы не уходите ни вверх, ни вниз. Это очень редкое качество. Оно передается по отцовской линии, скорее всего. Да. Скорее всего, так. Да, кстати, а откуда у вас такая замечательная бурятская фамилия? Муж? А, муж бурят. Понятно. Я сразу не буду томить, скажу вам да, потому что мне нравится. Да, просто да, все. Да, мне тоже очень понравилось ваше введение мелодики. Действительно, романс. Мы услышали романс из ваших уст. Спасибо большое. Я говорю да. Спасибо большое, Ирина. Мне тоже, конечно, очень понравился ваш тембр. Именно как вы доносите текст. Вы понимаете, о чем вы поете, весь смысл этого текста. Конечно же, да. Очень буду рада видеть вас во втором туре. А я говорю да, я говорю да, просто да. Да, это, кстати, сложный романс. Да, да. Тарари, тарара, 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 лара, тира. Вот там все вот эти переходы вообще замечательно делаете. У вас не абсолютный слух? Я говорю, у нее что-то есть в гармонии, мелодику ведет абсолютно. Да, 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 вообще. Я в свое время начинала учиться в музыкальной школе, но только всего 3 класса закончила. Но они были решающие в сегодняшнем дне. И я просто хочу сказать, браво, второй тур вас ждет. Спасибо, до свидания. А, Ирина, скажите, пожалуйста, вы готовы ко второму туру? Вы ожидали, что вы пройдете? Да, я ожидала. А кто за вас болеет? Дочь. А скажите, пожалуйста, что вам в дальнейшем даст участие в нашем проекте? Ну, наверное, самореализация, душевное спокойствие. Мы вам желаем удачи, готовьтесь ко второму туру, мы будем ждать. До свидания. Семена. Ала танханга туби дэлэхэмне Арга ханар райлдыхдэ хэханда Эдра ханганса инагтэга Алхалан ябахадам гайлда
эдараханганса инагтега алхалан ябахада гоялда элдин кынтуби дехлахенне эрсагэр йылдыкде хеханда эрласынганса амрагтега ынылдын ябахада гоялда эрласынганса амрагтега ынылдын ябахада гоялда. Спасибо. Одновременно сказали мы с Павлом, с Пашей. Мы репетировали долго. Ага, долго репетировали. Но уже пошли, так скажем, да, вот эти семейные родовые дела. Так скажем, я давно знаю семью Роднаевых. Сегодня выступала ваша дочка Масхатнадулла Арюна в этой семье. Она пришла. И хочется сказать, что вот эта семья, у них феноменальный музыкальный слух, конечно, феноменальная музыкальность. Они с самого рождения, вот все детишки, они просто... Ну, они пьют волшебную воду. Они пьют волшебную воду. И вот эта лажа, так, ну вот плохая интонация, там карается телесными наказаниями, так скажем. Вот так. Оно что. Я шучу, конечно, но там очень, правда, очень талантливая семья. Они могут все прямо выйти, все, сколько человек, все очень много. Но я говорю, да, но, Сальма, надо по репертуару, конечно, очень крепко подумать. Во втором туре, если мы увидимся, выйдете на сцену, как вы будете, чем будете удивлять, поражать, надо подумать крепко. А так да, конечно да. Мне тоже нравится ваше исполнение, но чего-то не хватает. Вот не хватает как бы захватить зрителя. Не вы там, не одна, понимаете, вы этой песней как бы командуете вот людям, то есть вы даете, задаете тон какой-то, задаете им, чтобы они потом за вами подражали, вашу песню пели, понимаете? Поэтому вам нужно быть на высоте, ого-го. Я не услышал у вас высоты вот этой вот. Вы скромная такая девушка, вот, и вы поете скромненько. Надо захватывать больше. Вот этот мой совет такой. Я говорю «да», чтобы посмотреть на вас на втором туре. Ну, а я, пожалуй, скажу «нет». Давайте лучше вы поддержите свою доченьку, раз вы вместе участвуете в этом конкурсе. Пусть уж поддержите свою доченьку. Я говорю «нет». Я буду лаконична, да. Ну и таким образом вы все-таки проходите на второй тур. Поздравляю. Спасибо. Сайлыма, скажите, пожалуйста, как долго вы готовились к выступлению к своему? Ну, как я прочитала в газете, так я готовлюсь месяц. Месяц назад вы прочитали? Ага. Как отнеслись ваши родные? Ну, я сперва хотела, дочку предлагала, чтобы она участвовала, и потом сама решила участвовать. А я вас поздравляю, мы будем за вас болеть. Успехов вам, готовьтесь ко второму туру. Спасибо. Здравствуйте. В горнице моей светло, этот ночной звезды матушка возьмет ведро, молча принесет воды.
матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Красные цветы. Спасибо, спасибо. Аюна, извините, пожалуйста, но мы больше не можем слушать так много. Очень красивая песня. Мы уже, в принципе, делаем вывод по первому куплету, припеву. Ну, скажу, что волнуешься сильно. Это заметно. Скажу, что стараешься. Это заметно тоже. У тебя роскошное платье сегодня. И вообще классно выглядишь. Я думаю, что с натяжкой я тебе дам шанс на участие второй, но это только мое «да». На самом деле, конечно, подготовилась, красивое платье одела, макияж даже видно какой-то сценический, ну, сильно волнуешься, но это называется конкурс «Голос Бурятии», а вот так такового голоса именно я пока не услышала. Я говорю «нет». И вы шили свое платье. Это все шутка. На самом деле, я знаю, что вы являетесь администратором группы «Лакитон», да? И вот вы профессионально подошли к своему выступлению как администратор, да? Вы подготовили себя, подготовили свой внешний вид, подготовили высокий каблук, который удлинил ваш силуэт. Это все как бы очень профессиональный подход. Но с голосом, конечно, очень, ну, достаточно чистенько, но слабенько прямо. Но я бы все равно дала бы шанс вам блеснуть, подготовиться ко второму туру. Но это мое мнение, я говорю «да». Надо посмотреть с фонограммой, как она сможет, да, мне кажется. Я не то чтобы там пессимист большой, но я наоборот, наверное, оптимист, и хотелось бы, чтобы такая красивая девушка, тем более, что вы администратор группы «Лакитон», у вас есть техническая материальная база, есть возможность подготовиться. Я думаю, что есть еще следующий конкурс, то есть через год. Сегодня я скажу лучше «нет», дабы дать вам еще больше, да, такое вот, больше возможность так блеснуть просто, чтобы вы сходу прямо пошли, в лидеры вошли. Вот так, успеха вам желаю, большого успеха. Вы знаете, вообще сложно, конечно, действительно, вы очень красивая девушка, это немаловажно. Для вообще образа сценического, для я вообще. Буду стараться. Так. И я дальше скажу. У вас очень такой нежный и такой трогательный. Вообще очень трогательная вы. Вся в образе таком трогательном. Но немножко не хватает голоса, действительно. Вы это сами знаете, да, наверное? Чувствуете? Или надо было где-нибудь чуть-чуть поддать, может быть. Я не знаю. Пока не знаю. И вот. Тоже я как-то в раздвоенном состоянии. Что делать? Я исполнюсь на втором туре, я буду стараться. Будете хороши? Точно? Да. Да? Обещаю. Вы, дело то, что, понимаете, я тоже вот человек, и поэтому я поддаюсь эмоциям, и ваши эмоции перешли ко мне, и я говорю «да». Спасибо. Аюна, скажи, пожалуйста, ты выступала со своей любимой песней? Да, это была песня, которую вот, я именно подбирала для акапеллы, чтобы акапелла, она такая мелодичная. А вообще ты музыкой занимаешься профессионально? Да, я закончила, получается, по специальности я учитель музыки. Закончила и сейчас работаю по специальности. Учитель музыки? Да, вокальной студии руководитель. А на инструментах музыкальных ты играешь? Да, конечно, на фортепиано играю. Ты прошла единогласные, да? Да. А я тебя поздравляю, готовься ко второму туру. Мы будем ждать обязательно. Удачи тебе.
горнице моей светло. Это от ночной звезды матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Спасибо. Вот этому варианту вот хочется поверить, потому что какой-то смысл песни, все вот доносите. Да, я говорю да. У вас очень богатая душа, видимо, потому что чувствуется, с душой поете. Я говорю да. И я говорю да. Спасибо, я просто 3 года назад родила дочку, девочку. Мне так хочется петь и дарить всем любовь, радость. Спасибо большое. Всего доброго. Вы проходите на второй тур. Скажите, пожалуйста, это было легко сделать? Легко. То есть вы были уверены уже? Да, я была уверена. У вас есть музыкальное образование? Нет, нет. А почему вы были так уверены? Потому что я пою всегда, вот сколько себя помню. То есть вы сами просто поете дома, детям, да, друзьям? Понятно. А кто за вас болеет? Никого, вы. Да, мы болеем за каждого практически участника. Мы видим слезы, мы видим радость. Так что я вас поздравляю. Я думаю, вы рады. Это. Кстати, вы до этого выступали где-нибудь? Ну, было это в молодости. Мне было 16. Художественная самодеятельность. И эта песня. Я ее вот с того времени несу в себе. Именно эту песню, да? Ага. Я вас поздравляю. Желаю вам успехов. Готовьтесь к второму туру. Вам всего доброго. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я куплю тебе новую жизнь, лишь бы ты была только со мной. Я к ногам твоим брошу весь свет, ничего не жалея тебе. На руках я тебя отнесу к алтарю нашей вечной любви. Большое спасибо. Владимир, а что-то другое есть еще? Что спеть можете? Да нет, даже не подготовился. А зачем тогда пришли? Я не знал, что вторую еще можно будет песню. Ну, а вот навскидку, что вы можете еще дать? Ну, что-нибудь, что вы любите петь? Да ничего такого. Хорошо, понятно. Все. Спасибо, нет. Спасибо, до свидания. До свидания, нет. Генеральный партнер конкурса – образовательный центр «Полиглот». Партнеры конкурса – магазин «Комфорт» и компания «Ажуртекс». Имидж ведущих – салон красоты «Упс» и фэшн-рум Игоря Сарапулова. Открывайте мир вместе с «Полиглотом». Программы по образованию за рубежом, возможность получения стипендии, языковые курсы разных уровней. Учи языки и получай стипендию. «Полиглот» 21-13-85. Удобные диваны и офисные кресла по цене завода-производителя. Магазин «Комфорт», улица Сахьяновой, 5А, ТЦ «Гвоздь», Красный зал. Телефон 61-07-68. Компания «Ажуртекс» предлагает бельевой трикотаж для всей семьи. Собственное производство, натуральные материалы, огромный ассортимент. В честь праздника дарим вам скидку 70%. «Ажуртекс» с праздником белого месяца. Здравствуйте. Здравствуйте. I don't know where to find you. I don't know how to reach you. I hear your voice in the
for you, Adagio. Oh Lord, this night without you, oh Lord, my dreams around you. I see and I touch your face, I fall into your embrace. When the time is right, I know you'll be in my arms. Adagio. I close my eyes and I find a way, no need for me to pray. I've walked so far, I've fought so hard, nothing more to explain. I do all that remains is a piano that plays. Спасибо, Ирина. Можно я сейчас вам громкую песню спою и убегу? Мы хотели все понять, да и проститься. Две однажды окольцованные птицы. Удивительно, но это приговор мой. Я скажу, но ты не знаешь, что ответить. Мы с тобою словно... Спасибо, Ирина, спасибо. Извините, Ирина, что мы вас проверяем. Мы понимаем, но громко нас, это не, пожалейте, не обязательно нас, красиво. У нас еще 50 человек там стоят. Ирина, вот действительно, вот эта вторая эта песня, впетая песня, да, выученная хорошо. А зачем вы взяли Адажио, которую, в принципе... А, да, ну понятно. Ну, по второй песне у меня просто нет вопросов, я говорю да. И, кстати, где-то вы тоже участвовали в конкурсах, где-то я вас видела. То ли конкурс караоке... Нет, нигде. Микрофон говорите. Микрофон говорит. Нет. Ну, в конкурсе караоке точно не участвовал. И здесь, в Бурятии, точно не участвовал ни в каких конкурсах. А вы откуда? Я из Забайкальского края. Чита? А, нет, Петров, Забайкальский город, я просто здесь учусь. Угу. Ну, мы с Леной тоже из Петрово-Забайкальского района. Вот как здорово. Ирина, вот да, у меня, например, есть небольшая претензия по поводу голоса. Вибрато слишком порхающее и забивает ваш основной. Вот с ним надо поработать. Есть вот в нем небольшая как бы проблема. Когда вы поете, mm-hmm, он вам мешает, он выбивает вас. Я запыхалась, правда. Ничего не хочу знать. Хорошо, вот просто молчу. Примите, как я говорю. Это не из-за того, что запыхались, это чувствуется. Вот это и все. Остальное все хорошо, чисто. Ну, маленько там есть недочеты. Спишем это на то, что вы волнуетесь. Я говорю да, как не знаю, как остальные. Спасибо. Вторая песня у вас, конечно, прозвучала лучше, как будто она кажется впетой. А в Адажио я просто понять не могу, почему-то сплетение академической, эстрадной манеры, у вас все вместе. Не знаю почему. В принципе, это должно быть в одной манере все. И вы кого слушали? Лару Фабин? Да, да. Но я много слушала. Я еще и Эльдиву слушала, я тоже очень люблю. Просто и поэтому... так, и так. Ну, голос красивый, возможно. Девушка красивая. Спасибо. Будем вас ждать во втором туре. Спасибо. Я буду краток, да. Мне очень приятно. А, ну то есть я прошла уже, да? Подождите, я еще вам скажу. Мне очень интересно. Может быть, не пройдете. Так, совершенно правильно. Вот это чуть-чуть кач в голосе, он вам... очень сильно мешает. Я вот кому-то рекомендовала, вот, знаете, от него можно избавиться очень таким прямым звуком, пока петь. Понимаете? Угу. Не украшайте ничего. Там, хорошо. Делайте. Вы это серьезно воспримите, да? И позанимайтесь. Угу. А так вообще вы довольно интересная девушка. Так. Спасибо. Что вы проходите. Спасибо большое, мне очень приятно. Спасибо, всего доброго. Пожалуйста, легко ли было для тебя выйти на сцену и спеть песню? Ну, на самом деле, легко или нелегко, волнение присутствует всегда. А если ты любишь петь, то это всегда легко, это радость, это счастье. А просто я немножко бежала и запыхалась, поэтому волновалась еще больше. А вообще, все хорошо.
бежала и забиралась прямо на сцену. Да, просто... Прям хочу петь, пустите нас, пустите. Да, взлетела на ступеньки. Кто больше всего тебе нравится из жюри? Я даже не могу, я правда не могу никого выделить, потому что мне приятные слова сказали все, поэтому мне очень важно и очень нужно, и я думаю, что нужно принять все замечания, и мне нравятся все, правда. Когда есть над чем работать, это значит, что ты растешь. Да, я тоже так считаю. Есть куда стремиться. Есть куда стремиться, поэтому... Мы тебя поздравляем, мы очень рады за тебя. Ты очень красивая, приятная, позитивная девушка. Продолжай в том же духе, готовься. Будем ждать тебя на втором туре. Спасибо большое, всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Можно, да, начинать? Да. Твой телефон молчит, и так стало уже давно. Тихо в виске стучит, абонент недоступен, но фото о том, как связь с этим летом, где ты была, так красиво, что не забываю, незабываемая. Злиться нельзя, это просто память непонимаемая. Но без тебя это не исправить. Ультранеоновый свет снова тебя без меня провожает. Необходимости нет, след бежать ты не моя. Спасибо. Почему выбор такой песни? Вкус очень... Микрофон, пожалуйста. Я всегда так-то пою Дмитрия Колдуна. Но меня вчера позвонили, «Врасплох застали», и я ее почему-то назвал. «Врасплох застали». «Врасплох застали». Спой, Дмитрий, Аксу. Спой то, что ты любишь. Да, что ты любишь. Ну, только офигенно. Сейчас, подождите, дайте соображу. Можно просто припев, да? Корабли уходят на закат, дай руки твоей коснуться, я здесь останусь ждать тебя. Корабли уходят, чтоб вернуться. Спасибо. Вот это уже получше. Получше, да. Ну, здесь стоит, кто сейчас говорит? Я, да? Я говорю, говори, говори быстро. Это мой голос. Ты уже сказал. Твое время. Дорогой вышло. Константин, здесь вот такие моменты. Имидж. По голосу у меня нареканий особых нет. Ну, да, чуть-чуть волнение, конечно, есть. Первая песня – это вообще не то. Не то пальто совершенно. Это не ваше. Эта песня не подходит к этому конкурсу. То есть она не выигрышная. Не то, чтобы нельзя ее петь. Ее можно, но она не будет восприниматься, по крайней мере, членами жюри, как конкурентоспособная какая-то вот песня. А вторая песня, да, может парик какой-нибудь одеть, я не знаю. Шучу, конечно, шучу. Но я имею в виду вот «Колдун», очень здорово у вас получается, очень здорово. Я говорю «да». Да, приятный тембр, в принципе. Надо обязательно работать сами сильный с голос, стилистами поработать. Голос очень сильный, не у вас. Знаю, может за месяц как-то волосы отрастить, другую чуть причесочку сделать. Тогда было бы поинтереснее. Я вам дам шанс и скажу «да». Константин, ты из Кости скажет. Костя, наверное, пацаны из армии не поймут. Пришел только, да? Что? Ты... Из армии только пришел, наверное? Нет. Или собираешься? Я учился в педколледже в Петровске, потом закончил 4 года. Сюда меня должны были в армию забрать, всех моих одноручников забрали. А постригли уже, видимо, да, для армии, но не забрали, да? Нет, это всю жизнь я так. А сейчас чем занимаетесь? Всегда готов. Ну, надо принести жертву, жертву искусству, жертву творчеству. Отрастить волосы. Да. Не, надо поменять имидж, однозначно. Надо тебе посмотреть просто, что есть сейчас на эстраде, да? Чья прическа тебе больше подошла бы, например, ну, если это касается этого имиджа. Рука в кармане – это тоже не совсем, да? То есть сразу видно зажатость твоя как бы. Вот, поешь ты неплохо, но теряешься, где-то что-то местами вот… Дело есть. В том, что я занимаюсь музыкой всего 2 года, я… Никогда, в принципе, и не пел только для себя. Это понятно. Мы вот тебе подсказываем, что тебе сделать, чтобы на втором туре ты выглядел хорошо. Я говорю «да», потому что даю тебе шанс.
Да, и, кстати, моя бабушка в военные годы училась вот в Петровском педколледже, потом всю жизнь проработала учительницей. Ну, я, конечно, говорю, да, просто ностальжи такой. А вообще вы мне понравились. Спасибо большое. Да, вы знаете, я хочу сказать, что вот что-то у вас есть тоже, понимаете? А может быть, вообще на лысо снять? Вам сегодня все мальчики нравятся вообще-то. Да, вы знаете, да. Я хочу сказать, если проходите, то есть вы, конечно, сейчас уже поняли, проходите во второй тур, вам действительно надо вот внешний вид очень здорово сделать. Но только ни в коем случае всякие блестяшки это не одевайте. Да, а то некоторые приезжают, и все блестит страшно, то вообще ужасно. Аж лица не видно. Или все это отражается на лицо. Нет, действительно, у Кости должен быть какой-то другой имидж, но должен быть имидж. Сейчас просто без имиджа чистый лиц. Да, я не знаю, может быть, какие-то очень узкие брюки, очень узкий пиджак. Я не знаю, что. Придумайте себе, да? Ну, самое главное, что придумайте себе замечательную песню, которую ты вы будете петь на втором туре. Итак, мы вас ждем на втором туре. Спасибо большое вам всем. До свидания. Костя, скажи, пожалуйста, какую песню ты исполнял и почему именно эта песня? Я исполнил песню «Незабываемая» Олега Майами, но мне сказали, что под этот конкурс она как бы и не подходит, то бишь неконкурентоспособная. И тогда я попробовал спеть песню «Корабли» Дмитрия Колдуна. И на этой песне, на этой ноте судьям понравилось. Поэтому вроде прошел. Мы тебя поздравляем. А по какому принципу ты выбирал эту песню? По своему голосу, так как я раньше никогда музыкой не занимался, занимаюсь всего 2 года. Под голос просто подстраивал и все. Дмитрий Колдун, он более-менее подходит. Ты ожидал такой исход, что ты пройдешь? Или все-таки были какие-то сомнения? Знаете, блин, сомнения были с самого начала. Но когда я сюда пришел, смотрел, и столько человек вроде заходило, и как бы прошли-то почти все. Мало кто не прошел. Поэтому я думал, навряд ли я не пройду. Ты понимаешь, да, что во втором туре будет очень много народу, придется уйти? Да, я все достаточно хорошо понимаю. Мне сказали, нужен тебе имидж, ты чистый лист. Цитирую. Ну, отлично. Мы за тебя рады, мы тебя поздравляем. Готовься к второму туру. Удачи тебе. Спасибо. До свидания. Здравствуйте. Перед Богом тихие, теплые вечера и покрыт тревожною сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, солнца не видать, прячет дыма стена. Здесь березы белые, травы высокие, забрала вас, мальчики, война. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Полыхнули взрывы и небо. Спасибо, спасибо, спасибо. К сожалению, нет времени слушать все, а так хотелось бы. Скажу, что неплохо. Вокал требует доработки, мало интонируете, то есть что-то есть там такое, что мешает. Но голос, порыв, душевное вот состояние, очень все хорошо, поэтому я говорю да. Такое ощущение, что эту песню не раз исполняла на сцене даже, да? Ни разу не исполняла на сцене эту песню. А вот у меня сложилось такое, ну, видимо, очень хорошо репетировала дома, да? Ну, тогда замечательно. Просто я хотела высказать претензию. Я почему-то подумала, что ты ее очень много раз пела и позволяешь сейчас себе плохо интонировать в среднем регистре на самом деле. И, ну, обрати внимание на это, попой сольфеджио. Вот. Ну, а для первого раза мне очень понравилось. Да, я говорю да.
Спасибо. А вот я, например, услышала, наоборот, что вы эту песню не так часто пели, потому что смысл этой песни «Закаты алые», а вы спели, как будто это какая-то супервеселая песня. Здесь есть смысл определенный в этой песне. Можно я отвечу? Просто в этой песне суть в том, что надо помнить подвиги героев своих. Там в конце даже есть такие слова. И об этом не надо говорить угрюмо как-то. Просто мне кажется, об этом нужно говорить с душой, но с позитивом все-таки. Мы живем. Нет, я другого мнения. Но голос у вас есть, конечно, да. Сильный есть голос, но нужно работать. Я вам дам шанс. Да. Спасибо. Да, нам нужен ваш голос. Я говорю, да. Вам спасибо. Светит второй тур. Итак, вы... Как вы думаете? Проходите или нет? Думаю, да. Четыре, да? А вот я скажу, если нет, тогда не будет. Я шучу. Конечно, вы проходите на второй тур. Готовьтесь. Спасибо. Александр, скажи, пожалуйста, почему именно эта песня? Эта песня, которую я пела, она говорит о подвигах тех людей, которые прошли годы войны, 1943 год, извините, волнуюсь. И о этих подвигах действительно надо помнить, тем более, что в этом году будет юбилейная дата, 75 лет со дня войны. Именно эту песню вот я выбрала, поэтому... Молодец. Саш, я хочу тебя поздравить. Кто за тебя все-таки болел? За меня болел мой молодой человек, он сегодня пришел за меня поболеть. Вот. Готовься ко второму туру, ты молодец. Спасибо большое. Бегала дале сержемте, батарбухе хубуте, бабежим тонтоте, буря дармне хэрате. Буря до мене заделегле, а бажим нере сурхагле. Спасибо. Спасибо. Булат, хундете Булат. Ну, сложно, сложно судить. Какой-то голос немножко какой-то не в форме, как будто. Может, долго болел ждали сегодня. Болел в последнее время, вообще болел. Недавно выздоровел, болел в последнее время. Я хотел вот этот тыпхыр саган табин жил спеть. Тыпхыр саган, вот это что ли? Да. Но... Не, осмеялся. Ну, это, конечно, не оправдание, то, что болел недавно, все-таки кому-то везет, кому-то не везет в этой жизни, да, вот бывает то, что вот каким-то большим стартом любой из нас может подойти в хорошей форме, может быть и не в форме, это немножко другой вопрос. Второй вопрос, то, что вы сейчас, сегодня на этой сцене показываете, немножко, на мой взгляд, не подходит, но надо продолжать искать. Надо продолжать, надо беречь себя, свой голосовой аппарат, если вы хотите каких-то добиться ощутимых результатов на таких конкурсах, как вот «Голос Бурятии». Я говорю, доброе «нет», очень доброе «нет». Ну, я тоже, наверное, поддержу своего коллегу и скажу, супер доброе тоже «нет». Подготовьтесь и приходите на следующий год. Так, ну мне вы, в принципе, понравились. То есть голос, сама темка, да, красиво. Ну, не хватает подготовки у вас, вы чувствуете, да? И слабенько, вот не выдаете вы так, как-то вот эффекта нету какого-то такого. Надо так сделать, чтобы вы всех захватили, очаровали. Вот, поработайте над этим. Я говорю «да», но не знаю, вот что скажет Мадыгма еще.
пока слушала, я почему-то тоже склонилась больше в «да», чем в «нет». Но не такое прям вот «да» стопроцентное, а где-то вот чуть-чуть, да. Без сомнения, у вас голос хороший, без сомнения, у вас сильный голос, это слышно. И правильно сделали, что пришли на конкурс. Но видите, в чем дело? Если бы мы не были музыкантами, тут певцы сидят, значит, аранжировщик гениальный сидит. Понимаете, нас одним голосом не удивишь. Да. И вот вы там поете «Бурятор», наверное, «Хаэрте». Вот как-то все это так шаблонно. Как будто, вы знаете, мы раньше пели «Союз нерушимый». Вот что-то такое звучит в этом во всем. А там можно было бы найти кое-что, правда? Вот вы согласны с этим? Не хочется вас вот так как-то говорить «нет», но все-таки я скажу «нет». Но очень, но совершенно, мне прямо извините, конечно, но вы должны подготовиться. Понимаете, у вас потрясающий голос. Вы должны обязательно на следующий год приехать. И знаете, вот просто совет, вы подойдите к членам жюри и поговорите с ними. Вот это разговор, он потом может дать, это как маленькое зерно, а вдруг вырастет потрясающее дерево. Вы очень хороши. Так что обязательно подойдите и спросите, хорошо? Спасибо. Спасибо. Влад, скажите, пожалуйста, не слишком ли сурово к вам отнеслось жюри? Не, мне кажется, так, все нормально. Все было объективно, вы согласны? Объективно, да, я согласен. Вы знакомы с творчеством жюри? Да, знаком. И кто же вам больше всего нравится? Ну, Чингис Родная, конечно. Бурятские песни, да. А сами вы предпочитаете какую музыку? Ну, нашу народную, бурятскую, я обычно пою. Почему вы именно пришли на наш конкурс? Вы были уверены, как узнали, что вы... Нет, я так решил попробовать, я ни разу не участвовал, просто вот... То есть на сцену не выходили, да? Да, я выходил на сцену, но в конкурсах ни разу не участвовал. Первый раз пришел и решил попробовать себя. Ну и какие у вас эмоции, ощущения? Вам не обидно? Не обидно, просто уроки. Уроки перед... Критику нужно спокойно воспринимать, чтобы становиться лучше. Да-да. Мы вам желаем удачи. Не расстраивайтесь, приходите еще к нам обязательно. Это не первый конкурс. А в нашей республике сейчас очень много проектов таких рождается. Поэтому мы вас будем ждать обязательно. Приходите. Спасибо. Генеральный партнер конкурса – образовательный центр «Полиглот». Партнеры конкурса – магазин «Комфорт» и компания «Ажуртекс». Имидж ведущих – салон красоты «Упс» и фэшн-рум Игоря Сарапулова. Открывайте мир вместе с «Полиглотом». Программы по образованию за рубежом, возможность получения стипендии, языковые курсы разных уровней. Учи языки и получай стипендию. «Полиглот» 21-13-85. Удобные диваны и офисные кресла по цене завода-производителя. Магазин «Комфорт», улица Сахьяновой, 5А, ТЦ «Гвоздь», Красный зал. Телефон 61-07-68. Компания «Ажуртекс» предлагает бельевой трикотаж для всей семьи. Собственное производство, натуральные материалы, огромный ассортимент. В честь праздника дарим вам скидку 70%. «Ажуртекс» с праздником белого месяца. На этот раз во второй тур проходят Вера Михайлова, Ирина Мархаева, Саилма Роднаева, Аюна Шаботкина, Людмила Ветошникова, Ирина Чумантьева, Константин Новиков и Александра Драгунова. Желаем удачи всем участникам второго тура. Смотрите нас на телеканале «Мир Бурятия». Всего доброго, до новых встреч!